YouTube, привет! Такое небольшое видео будет, а тут придется ремонтировать бампера нам. Вот как снять бампера на X-Trail 2005 года. Вот видим мы, раз, два, ну и скорее всего здесь будут вот в этих местах, и может быть что-то снизу еще будет. Ну посмотрим, все по порядку. Разбираем. Значит, вот такие болтушочки здесь. Раз. И, естественно, два. Вот эти вот болтушочки у нас вот в этом месте. Два штучки слева-справа. Вот они видны. И еще один у нас хитрый. Он находится под защитой. Надо снять брызговик. Брызговик вот сидит на таких ответочках. Вот такой вот у нас снизу. Вот в этом месте стоит. Вот саморезик. Такой, они все ржавые, как обычно. И вот такие вот шестигранники у нас. Раз, два и три. Здесь под защитой еще один у нас. Еще одно место крепления где-то вот здесь вот. Вот, поскольку он, вот мы видим, не выходит. Там вот под этой защитой сейчас надо достать еще один болтушочек. Тут. Он из двух как бы частей. Вот эти вот крепятся там к кузову, и сюда они, в этот бампер. Вот они, раз, два, три и четыре защелочки. Вот такие защелкиваются в бампер. Вот фонарь, по идее, тут он стоит так, для красоты. Продолжаем. Значит, вот такой же у нас саморезик, вот в этом месте. Вот сюда вот он входит. Вот здесь защелочки обычные, поддержки, которые придерживают у нас этот бак на защелках. Вот он практически уже взял, сам снялся. Еще один момент. Вот таким образом на удлинителе удобно здесь все это снимать. Ну, еще одно маленькое, так сказать, маленький нюансик. Опять же, вот повторюсь, вот это можно не снимать и не нужно. Сейчас здесь надо будет снять фонарик простым прокручиванием. Вот так поворачиваем вот эту фишечку и вынимаем. Вот он наш бампер снятый, вот. Места, куда защелкиваются вот эти вот ответочки. Вот здесь вот такой типа демпфер маленький стоит, даже ничем не прикрученный. Вот для того, чтобы что-то тут предохранять. Вот она лампочка, как я уже говорил, она поворотом скручивается. Либо можно снять вот так, надавив вот сюда. Ну, мне это, как говорится, не надо, поэтому я оставляю так. Ну и плюс еще, что у нас есть здесь. Здесь вот то же самое, на защелочках снимается фонарик, но он еще подкреплен. Вот здесь тоже саморезик надо выкрутить. Вот и все. Все очень легко и просто снимается. Вот. На этом бампере. Так что кому-то пригодится. Я почему это снимаю? Малярку, правку я снимать не буду. Это никому, я думаю, не интересно. Есть тысячи каналов, где это все показано, рассказано. А вот не всегда можно найти, как снять бампер. Поэтому я эту тему продолжаю. И все ребята, кто выкладывает видео, спасибо вам за это. Потому что не надо думать. Нашел, посмотрел и снял. Тут понятно, да? Все, придется чуханые стороны эти делать. Но тут не все так легко и просто будет, как с этим. Потому что бампер крепления вон аж где у нас. А тут защита очень серьезная. Ну даст бог, вот эти только два болтушочка больших открутятся. И в принципе, надеюсь, все получится. Если нет, придется снимать защиту на яме. Ладно, поехали, продолжаем. Значит, что, вот он у нас бампер. Еще он вот здесь крепится вот такими клипсами. Клипсы многоразовые, вот так. В это место
отверточкой либо сюда, либо сюда поднимается и происходит отщелкивание клипс. Вот раз, два, три, четыре. Ну и снизу что у нас? Снизу опять же смотрим. Здесь вот одна такая клипса, здесь саморезик, там скорее всего под защитой тоже что-нибудь типа такого будет. Ну, ход дойдет, все это будет видно. Вот, а пока что начинаем снимать сверху. Вот она жминка этих клипсов, которые снимаются наверху. Вот, снимаются очень даже хорошо, легко и просто вот таким китайским съемником с Алиэкспресса. Дальше вот эта мордочка лица, она здесь у нас на защелках. Вот сюда вот, надавив пальцем вниз, вот они три такие штучки. Вот эта мордочка очень легко и просто вот сюда вот в это место давишь, она легко и просто снимается, открывается такой вид. Здесь еще три защелочки. Вот она, раз, два, три. Повторюсь, вот он бампер у нас в нижней части. Здесь у нас вот такая еще одна клипса. Здесь у нас саморезик. А здесь такие же две клипсы. Вот, снимаем их. Значит, что касаемо здесь. Вот здесь тоже вот такой клычок. Его надо надавить, но в данном случае он у нас от удара отломился, но ничего страшного. Вот здесь у нас вот она ответочка, вот такой самогрыз у нас здесь есть. И дальше вот так у нас бампер освобождается аж туда. Здесь он ничем практически не держится, вот здесь он просто лежит, и вот этой защелочкой вот здесь фиксируется. Но еще раз повторюсь, от удара она немножко сломалась. Такая красота получается. Ну и как я говорил, немножко не повезло. Вот здесь вот за рамку, вот они, два болтушочка здесь. Они крепятся у нас, к сожалению, вон она под защитой. Защиту, эти болтушочки надо будет снимать. Вот, ну естественно, надо разъединить водичку, омываечку. Вот. А помнить надо о том, что она может сливаться, поэтому заранее что-то надо подставить, чтобы потом эту омывайку назад же. Без лишнего фанатизма я один лишь открутил болтушочек. Почему? Потому что защита, она никогда не подходит ни к каким машинам, за нее только деньги берут. В основном сталкиваюсь, и этот вывинтил насколько возможно. И вот они, два таких болтушочка ржавых. Выкручивается, ставим, в принципе, вот бампер уже у нас свободен. Можно назад эта конструкция ставится при помощи домкрата, потому что руками натянуть можно и по пальцам получить и прочее. Вот, вот такой домкратик спокойненько все это держит, и спокойно можно снять и поставить.